2399 плейлистов созданы на моем канале на вечер 19 сентября 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube, что является весьма даже замечательным, потому что посчитать самостоятельно такое количество плейлистов практически невозможно. Но сейчас это и не нужно делать, потому что на YouTube существует агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве созданных плейлистов, избавляя тем самым нас от ненужных хлопот, сберегая время, а самое главное, сохраняя нервы. Спасибо YouTube за это.